Александру Файнбергу. Кстати, сценаристу, который работал здесь, на Узбекфильме. Саша Файнберг, народный поэт Узбекистана, на аллее литераторов, он сейчас памятником сидит на стуле. Вот так он сидит. Вот так. А когда-то мы вот так на двух стульях сидели за одним столом. И общались, и дружили. Посвящается этому человеку, моему другу, Александру Файнбергу. Я вплывал на Чемгане в этот ташкентский март. Я слышал ночное бренчание и полуночный бред, что издавал поддатый и бородатый бард. И фото на полироид из Ташкента. Привет. И утренние туманы над Сырдарью и рекой, от шашлыков в старом городе пряный духмяный дым, рельсы, окно вагона с машущей рукой в городе воспоминаний, в котором я был. Любим. И поэт Александр Файнберг мне говорил: старик, давай помянем друга, ушедшего от инфаркта,
оставившего нам на память стопочку тонких книг и влажный запах свежего ташкентского марта. Я бросал сигареты и переходил на насвай, и поэт Александр Файнберг читал стихи на балконе, как в окно моего кабинета въезжал девятый трамвай, как голубей челанзарских мы кормили с ладони. Как горячей пыли наше детство оставит следы, как мы жили на этой земле, уезжали и умирали, как дворов челанзарских сиреневые сады уплывали за горизонт и в небесах исчезали. Так, вот это хлопать не обязательно. Вот это мое тоже последняя крайняя книжка стихов, которая вышла в Москве в издательстве «Караван». И здесь отсюда я кое-что хочу вам прочитать, такие стихи. Однако, что такое кино? Кино – это самое синтетический вид искусства. Он соединяет в себе все виды искусства. Музыка, живопись, литература, поэзия, танец, неважно, все это кино. И один из моих любимых художников Марк Шагал. Кстати, один из моих любимых режиссеров Андрей Тарковский. И он прямо от картины отходил. Вспомните его «Солярис». Кадры. Прямо цитата, да, картины «Возвращение блудного сына», там это. Вспомните Брейгеля, то, что он цитировал. Вот здесь я цитирую немножко Шагала. Кстати, еще один момент добавить хотел. У Андрея Тарковского, гениального русского режиссера, был гениальнейший русский поэт, папа Арсений Тарковский. Один из гениальнейших поэтов, сильнейших поэтов 20 века. И он его цитировал. Помните, в «Жертвоприношении», да? Там Янковский играл и свечу нес. Стихи были и во многих этих. Одна строчка, как сумасшедший, с бритвой в руке, да? Это стихи его отца. Однако, я это видел у Шагала. Корова по небу шагала. Я в это, впрочем, верил мало, но это все, однако, было. Жила-была одна кобыла, тащила воз, овес жевала, и как корова вдруг взлетала. И это все, однако, было. Воржимы с Шурочкой лежали, воржимы с Валечкой лежали, и разводили Шуры-Муры, и разводили Трали-Вали, от языков и глаз суровых воржи любовь свою скрывали, а три колхозные коровы над нами низко пролетали. Вот это яркий пример, как потеряли тот период, с
советский, про который он рассказывал. Таким поведением. Да. А сейчас можете не отвлекаться. Это реплики из зала, они не обязательно. Так. У нас здесь пришли драматурги, Рифат. Отлично. Прекрасно. Студенты факультета драматурги. Я заметил, они очень драматично вошли, да. Так. Сейчас я вам прочитаю песню Акына. Когда говорят, что рэп начался с Гарлема, от негров, от афроамериканских каких-то там этих самых. Не верьте, нет, абсолютно нет. Этому рэпу 3-4-5 тысяч лет тому назад наши здесь рэперы Акыны сидели на ишаках, на верблюдах, на лошадях, с домброй скакали, или медленно, или рысью, или галопом передвигались по нашим степям и пустыням, играли, бренькали и скороговоркой рассказывали все то, о чем, то, что они видели, и все то, о чем они думают. Это и есть рэп. Это истоки рэпа. Поэтому, когда я говорю «Песня Акына», это и есть наш рэп, да? Слушайте. Называется так. До ресторанов Парижа лягушки поют о любви на своем языке. Вот это название, это песня Акына и название моего самого первого романа, который вышел в Москве, тиражом 3,5 миллиона экземпляров. Название романа «До ресторана в Париже лягушки поют о любви на своем языке». Вам понятно, да? Название, да, предложение? Да, то, что лягушек готовят. И... Конечно, умничка, какая Анфиса умничка. Да, французы, лягушкоеды. И вот пока бедную лягушку они не сожрали в своем кафе Шантане, на Монмартре, Саида это прекрасно знает, она питалась лягушками в Париже. Поэтому я что-то зеленое есть, зеленое в ее облике, да. Вот. И вы знаете, пока ее до этого ресторана в Париже, она жила... И она пела о любви на своем языке. И вот этой лягушке, и не только, я посвятил свою песню. Сиамские кошки поют о любви на своем языке. И каракумский верблюд поет о любви на своем языке. И бухарский шаг поет о любви на своем языке. Летучие мыши поют о любви на своем языке. Хоть для сереньких мышек летучая мышь тот же ангел. Но серые мышки поют о любви на своем языке. До ресторанов Парижа лягушки поют о любви на своем языке. До и после полуночи, видя девы и видя дивы, на видеоклипах, видя гипсовых видеоклипсах, эта одежда на них в полуголеньком виде поют о любви на своем и чужом языке. Я же люблю тебя на всех языках, которые были, которые есть и которые будут. Арабское имя Рифат дал мне отец мой, татарин.
люблю тебя именем, что на арабском скромное слово величие. Фамилия мне Гумер, она же Омар и Умар или Умр, что по-арабски значит паломник и жизнь. Люблю тебя жизнью своей, я твой паломник, а ты мне Мадина и Мекка. Дед мой ходил туда трижды. Фамилия мне Гумер, а по-русски звучит как Гумеров, потому что я родом из древних, древнейших шумеров, поэтому я люблю, продолжаю любить тебя на шумерском, на древнетюркском, татарском, арабском и на французском, который я изучал с 4 класса, правда, всего по 8. Люблю тебя на английском, так как люблю Элиотта и Паунда Эзру. И читаю газету Moscow News, правда, на русском. Люблю тебя на казахском, потому что родился в казахской пустыне. И Алжас Сулейменов мне сам подарил свою книгу. Люблю тебя на узбекском, потому что живу я в Фергане и в Ташкенте. Даже на русском люблю, потому что пишу я на русском. Люблю я тебя на башкирском, так как по пятой графе я башкир. Ты тоже любила меня, но совсем в другом городе. В нашей советской стране существует союз печати. Я получаю кучу газет и журналов. Я живу в октябре, на Неве, в новом мире дружбой народов. Уважаю я труд. Интересен мне мой собеседник. Я всегда почитаю советский спорт в перекурах, хотя времени нет на зарядку. Я не наш современник, я твой современник. Я живу не в Москве, а в Ташкенте каждый день с огоньком я бегу на работу. И со знаменем в правой руке в магазин, на базаре, в аптеку. Почтальонша-старушка в шагреневой сумке каждый месяц приносит мне юность. А я люблю тебя, звезда моих очей, Биробиджан Эрштерн, звезда Востока. Это сельская правда, поверь мне, моя луналика. А мужчина цветок цветет о любви на своем языке, а женщина тоже не тот же цветок цветет о любви на своем языке. Ну где же летает наша пчела? Она, бичарашка, сидит на моем левом плече, где ноги твои правой больше не будет. Все. Это просто разные формы стихосложение. Есть классическая форма, есть такая более свободная форма, а есть еще более радикальная освобожденная форма, она так и называется, свободный стих, верлибр. Таким стихом пишут люди, которые не могут писать стихи вообще. Если вы не можете писать стихи, я вам рекомендую писать стихи верлибром. Что такое писать стихи верлибром? Вот как идет строчка, так и идет. Как идут слова, так и идут. А в чем тогда, спросите вы меня, отличие стихов от прозы? Когда спросили этого маленького ребенка, ребенок сказал, проза пишется в строчку. Стихи столбиком. Стихи столбиком. Вот и все.
Кстати, насчет драматургов. Легче всего писать пьесы и сценарии. Почему это? Почему? А потому что слева пишите, кто говорит, а справа пишите, что говорит. Ну, это все. Легче. Там ничего выдумывать не надо. Значит, писали стихи, а как мы пришли к этому? Да. Как работать с продюсером, со сценаристами, с писателями, вот, с людьми, с пишущими? Что надо знать, чтобы получился в итоге очень хороший сценарий? Я вам одну вещь хочу сказать. Это касается продюсеров. Если вы чувствуете в себе силу художника, если чувствуете в себе потенцию, творческую потенцию, которую вы хотите реализовать именно в творческом проекте, тогда, пожалуйста, тогда флаг вам в руки, вперед, исполняйте свой проект. Но для вашего проекта кто нужен? Режиссер, правильно, да? Сценарист, идея, артисты, музыканты, звукорежиссеры, операторы. Смотрите, да, сколько составных частей. Продюсер же должен все это собрать, да? Но здесь есть один нюанс. Самое гениальное, когда продюсер знает режиссера или сам является этим режиссером. Это идеально. Или его режиссер друг, которому он любит и доверяет. Был такой режиссер Балабанов, да? У него был продюсер. Вы можете узнать его фамилию, я сейчас не помню, он, по-моему, даже тоже режиссер, но он продюсировал Балабанова. Там, правда, бюджеты были маленькие. Они были маленькие настолько, что когда они приехали, допустим, снимали фильм «Брат», там большей частью, там половина фильма происходит в квартире, в которой жил сам Балабанов. В квартире, в самой обыкновенной квартире. Вот это вам декорация, это о чем идет? Бюджет, бюджет, бюджет ограничен, ограничен, ограничен. Ифар, а идея, ради которой стоит все это затевать? Ребята, идея витает в воздухе. Вас здесь не научат идеям. Как можно научить идеям? Что такое научить идеям? Или как научить быть гениальным? Никто вас не научит. Вас могут научить, дать базу, вам могут, чтобы вы, по крайней мере, грамотные были, что знали, чтобы вы не изобретали велосипеды, что знали, что это было, вот это можно оттуда взять, это так, это так, это так, чтобы вы были подкованы. Это первое, что вам могут. Потом, мастера могут с вами поделиться собственным опытом. Но у каждого человека свой опыт. Не то, что мастер в творческой мастерской. Мама с папой не смогут прожить вашу жизнь. Вот почему проблема всегда отцов и детей. Каждая мама хочет своему ребенку сделать так, чтобы он так сделал, так сделал, так сделал. А ребенок говорит, нет, я вот так буду делать. Потому что у ребенка своя жизнь, это не мамина жизнь. Мамина жизнь – это мамина жизнь. А ребенка жизнь – это его жизнь. Он сам должен это пройти. Ошибаться, искать, находить где-то, где-то терять. Но это ваше. Саида Наримановна молодец. Она говорит, идеи, идеи, где их искать? В воздухе. Их искать не надо, они сами вас находят. Но для этого надо быть художником. Если вы являетесь художником,
полный вперед. Если нет, имейте смелость сказать себе: я хороший продюсер, я хороший хозяйственник, я могу все вот эти пазлы собрать. Да? Всю команду, здесь же целая команда должна работать. Продюсер же должен делать. Но я должен найти такого режиссера, который бы создал то, что я хочу. Да? Недавно я делал такой эксперимент. На малом бюджете. Совершенно случайно. Я встретился с одним выпускником в ГИКа, художником. Моим другом Алишером Ибрагимовым. И сказал: привет, привет, как дела? Слушай, я говорю, я должен сделать ремонт, я не могу делать ремонт, я остался без мастера, у меня там что-то там есть, там по минимуму там инструментов, там то, что набрали. Мастер собирался сделать, раз свалил, я остался без ничего, сам ничего не могу делать, я должен делать ремонт. Помоги мне, как художник. И мы начали делать, он говорит: хорошо. Я как продюсер предложил ему проект без бюджета. Единственное, я сказал: так, я тебе обеспечиваю ночлег, еду, райдер, сигареты, кофе, ну, в смысле, ты не будешь нуждаться ни в чем, да? Вообще, краски, кисти, там, это все, процесс будет творческий, никто тебе не будет заставлять рисовать то, что тебе противно твоей душе. Чуть надо пальцы посмотреть теперь. Понимаете? Мы вместе будем делать творческий проект на пустом месте. Казалось бы, что такое ремонт? Это ужас. Это пожар, стихийное бедствие и ремонт. Это вещи одного порядка. Это бедствие стихийное. Говорят, ремонт как поросенок, говорит. Он жрет, говорит, все, что ему не дашь. Вот сколько денег ты ему... А у тебя минимум бюджета, и ты должен сделать. И как ты должен сделать? Я сказал, главная концепция. Мы будем делать творческий процесс, который... Я не знаю, у меня есть слово, которое, оно не литературное, поэтому я не буду в этой аудитории его говорить. Короче, обманка. Ага. Обманка. Мы поняли, какой-то. Мы будем делать обманку. Мы как будто бы ремонт делаем, а на самом деле не ремонт, а обманка. Человек заходит, вроде ремонт сделали, а что такое ремонт сделали? Ну, единственное, что все почистили, все, что падало, шпатили. Потом я просто загрунтовал все, закрасил, сделал ему поверхности, как для художника. И он начал, естественно, мы перед этим с ним советовались, как вот это, как это. Одну комнату сделали сказку для дочки, прихожую сделали как ацтеки майя, южноамериканская культура. Так, еще. Вот. А мою лоджию, это не балкон, а лоджия 6 метров. И 3 метра половины мы сделали там на топчане все. Я сделал там этот, как его, Гарем Шаха Эмира Бухары. Это на метро Хамзана? Да, да. И там я могу принимать жен своих, да? Гарем Эмира Бухары сделали. Остался только зал. Но он уехал в Москву, но сейчас в Бухаре. Первую, вторую, третью. Короче, все мы делали. Мы все делали. Нам так понравился процесс. Вы знаете, мы как дети были. Я вспомнил такой фильм «Чуки Гет». Помните, когда
Ой, какой Чуки Гек? Гекенберри Финн, Том Сойер. Да. Тому Сойеру сказали, или тетка, или мама сказала забор покрасить. Он так не хотел, а потом, ну как это вы? А потом начал продавать. Он сделал такой, как продюсер, четкий такой ход. Он сказал, как здорово красить забор. Все друзья собрались, и у него покупали вот эти кусочки забора, которые он им давал красить. И за каждый кусочек забора, который ему красили, ему платили. Гекельберри Финн ему дохлую крысу даже подарил, да, за часть забора. И говорит, крысу тебе подарил, у него другого ничего. Тинькова, когда спросили, да, какие три книги, он назвал там что-то. Да, да, да. И вот это. И вы знаете, и как это было здорово. И представьте, была Челя. 40 с лишним градусов, людей прибивает, убивает или еще что-то. Я с утра еду в арт-магазин, и вот эти с Бахадыром Джалалом постоянно встречаюсь там с народными художниками Узбекистана, здороваюсь, им рассказываю это, я говорю, там молодец, Рифат, давай, давай, эти бабки. Краски покупаю, кисточки тащу, и это все. Слушай, надо будет нам сделать твою квартиру. Жена сказала, говорит, это, говорит, не квартира, говорит, это гробница Тутанхамона. Одна из жен сказала. Гробница Тутанхамона. Но в принципе нормально. Пускай, это не полный рост, это нормально. Как раз нормально, что это нормально. Можешь ответить. Кстати. Это дом-музей имени меня. Будущее. Почему будущее? Я уже живу. Я живу в своем музее имени меня. Да, это про творчество. А как понятно? Ага. Я почему вот эту сказку-то вам рассказываю? Были сказки. Почему рассказываю? Каким образом можно любой процесс сделать увлекательным и творческим? Для этого вы должны быть художником. Если вы таким не являетесь, найдите настоящий.